Сюда поступают пострадавшие, например, с сочетной травмой, с тяжелыми поражениями легких, например, вследствие небольничной пневмонии и так далее. В случае необходимости экстренного рода разрешения пациент доставляется в операционную, где проводится кесарево сечение, а после операции переводится в палату интенсивной терапии под чуткий контроль медицинского персонала для стабилизации состояния. Пациенты с диагнозом ОНМК поступают в данное отделение, минуя приемное отделение, напрямую на КТ. Что такое маршрутизация? Как доставляют экстренных пациентов? И что делать с пострадавшими в критических состояниях? Смотрите «Круглый стол» 4 октября в 18:00 на Первом медицинском.